предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка – это вентилятор от известного бренда Energy. Сегодня он по самой выгодной цене. Закройте глаза. Представьте, когда жарко, невыносимо. Не знаешь, где найти прохладный уголок. Если в вашей семье гипертоники, давление всегда поднимается в жару, нужно обязательно охлаждаться. А наши дети, как они мучаются, не могут ночью заснуть из-за того, что жуткая жара в квартире. Боже мой, летом мы, конечно, любим, но с другой стороны, нам, конечно, хочется и холодка. И вот этот укромный уголочек холода мы сегодня с вами приобретаем на телеканале Шоп-н-Шоу. Открывайте глаза! Это жаркое лето. Мы проведем дома с максимальным комфортом. И это не сказка. Встречайте, целый поток свежего воздуха. Новинка на телеканале Шоп-н-Шоу. Вентилятор от бренда Energy, который сохранит прохладу в квартире даже в самый знойный день лета. Алексей Мичурин, эксперт телеканала Шоп-н-Шоу, исследователь и изобретатель электроприборов. Более 10 лет руководил креативным агентством по продвижению мировых брендов в области электроники и бытовой техники. Сегодня нам расскажет, как правильно пользоваться вот таким вентилятором. Да, ну, во-первых, обратите внимание, друзья, то, что это необычная форма, это необычный вентилятор. Здесь применена более современная технология, которая позволяет при меньшем количестве электроэнергии распределять большее количество прохлады в вашем помещении. Так. Колоновидный напольный вентилятор высотой 77 сантиметров. Ветер исходит по всей высоте данного вентилятора и охлаждает пространство помещения до 15 квадратных метров. То есть достаточно сильное и большое помещение. Мощный. При этом он бесшумный. Угу. Да, то есть здесь стоит ротор, который вращается и не создает большого количества шума. Поэтому ночью будет засыпать очень удобно. Что касается по управлению. Данный вентилятор имеет 3 скорости вращения этого вентилятора. То есть с помощью него вы можете охлаждать не только большое помещение, 15 квадратных метров, но и можете, допустим, выбрав первую скорость, охладить маленькое помещение, там кухонку небольшую, спальную, детскую, ну и либо по максимальному использовать уже на большое помещение. Есть функция кручения и вращения на 65 градусов, это позволит более правильно распределять прохладу. И функция таймера. Засыпаете вечером, поставили на 20 минут, и, соответственно, через 20 минут он у вас отключится. Легкий, удобный, есть специальная рукоятка для переноса, то есть вы можете его переносить в любую комнату, где вы находитесь. И, соответственно, ставить его там, где вам будет наиболее комфортно получать эту свежую прохладу. Это всемирно известный бренд Energy. Год гарантии вы автоматически получаете, 12 месяцев гарантии. Друзья, вы сегодня ничего не оплачиваете, оплата происходит по факту получения. Но если вы вдруг захотите заплатить банковской картой, как обычно в магазинах на кассе платим, это будет правильное решение, потому что дополнительную 5% скидку мы сразу для вас организуем. Аналог, ну, похожий вентилятор, мы предлагали вашему вниманию буквально недавно, и буквально за 30 минут презентации было продано более 300 таких вентиляторов. Сегодня уверены, мы побьем все рекорды продаж, потому что цена только сегодня всего лишь 3999 рублей. Количество вентиляторов ограничено. Успейте заказать со скидкой 44%. Сейчас кондиционеры как выросли в цене. Да вообще вентиляторы в магазине, они бешеных денег стоят. Но мне нравится конструкция нашего вентилятора, потому что, смотри, у нас на даче, например, есть вентилятор. На старой квартире у нас тоже был вентилятор, но он вечно мешается под ногами, особенно в зимний период, когда уже не жарко, когда нужно куда-то его деть, вечно нет для него места, стоит всегда по центру комнаты. Да, то есть традиционная конструкция вентилятора – это пропеллер, да, достаточно большой диаметр, потому что именно от площади лопастей зависит количество обдува. Здесь у нас, посмотрите, нет никакого пропеллера, внутри находится ротор, на котором находится лопасть, и вращаясь по всей длине, он выдувает сюда направленный воздух. Это более эффективный способ распределения прохлады, вот этого самого ветра, и более энергоэффективный способ использования электродвигателя. То есть вы тратите меньше энергии, но при этом получаете больше прохлады. Ага. Именно поэтому такая компактная конструкция способна охладить, да, сменить воздух в помещении до 15 квадратных метров.
до 15 квадратных метров. Это немного не та у нас графика пошла. Да, да, да. До 15 квадратных метров. Это благодаря, здорово. Опять же, вот своей конструкции. Плюс есть функция вращения вокруг своей оси на 65 градусов. То есть его можно поставить где-нибудь в уголочке большой комнате, поставить функцию вращения, и у вас будет этот холодный воздух распределяться по всей поверхности. Слушай, это здорово, когда есть такая возможность заказать вентилятор от бренда Energy. Это надежный бренд, мы все прекрасно знаем. Год гарантии, не забывайте, этот бренд тоже нам дает. И главное, мы сегодня с вами получаем настоящее наслаждение для лета. Вспомните, когда жара, вот я помню 2010 год, мне кажется, его не забудет никто. Жуткая, аномальная жара. Да, да, в Москве невозможно было дышать. Да не только в Москве, во многих регионах. Я помню, как моей маме было тогда плохо. Она вообще у меня сердечница. Угу. И она вся отекала. Жутко отекала. Да. Она даже старалась не выходить из дома, что там прохладнее немножечко было. Причем и взрослые, и детки. Детки двигаются, они от этого еще больше, да, получают тепловые удары, солнечные удары и так далее. Ну и, конечно, взрослые, пожилые люди. Это и гипертонические кризы, и сердечные приступы, и инсульты. И это действительно факт. Количество обращений с подобными проблемами в поликлинике увеличивается. Друзья, мы вот на ближайший месяц попросили у гидромедцентра прогноз, и вот как он выглядит на территории России. Жара будет в этом году. Причем нужно понимать, что это температура в тени. То есть если у вас там квартира, дом стоит на солнце, то вы знаете, как при температуре там 25 градусов он прогревается. Угу. И вы заходите в дом, в помещение, а там духота, там жара, и, соответственно, как от этого избавиться? Вот он, да, тот самый спаситель, который поможет вам создать приятную прохладу, тихую приятную прохладу. Давайте так, этим летом нам будет хорошо, где бы мы ни находились. Представьте, жарко на улице, мы приходим с работы, все уставшие, мокрые, невозможно, даже еле идем, заходим домой, а дома, ну, знаете, как будто бы другой мир, прохладно, комфортно. Друзья, это просто необходимость для тех, у кого есть дети, пожилые люди. Кусочек прохлады. Забирайте из прямого эфира. Кондиционеры сейчас уже выросли в цене. Стоят очень дорого, да их монтировать их сложно. Друзья, 50 тысяч рублей стоит кондиционер, а наш вентилятор, который невероятно сильнейшим потоком, легко и быстро охлаждает воздух в вашем помещении. 3999 рублей и 12 месяцев гарантии от бренда Energy. Слушай, вот смотри, Иван Ефимович задает уже вопрос, как правильно ухаживать за таким вентилятором? Ну, тут не нужно за ним никак ухаживать, да, только если вам нужно его включить, отключить, где-нибудь хранить в удобном компактном месте, и все. То есть никакого специального ухода не требуется. Ну и на интуитивном уровне, да, вот управление, все легко и просто. Звоните, заказывайте, цена только сегодня, успеете заказать. Гарантия самой выгодной цены.